словно связаны пуповиной. Мишулина откровенно высказалась об отце Иеремееве. Скандальная актриса опубликовала в сети несколько архивных снимков. Звезда вспоминает отца легендарного артиста Спартака Васильевича Мишулина. 17 июля – 13-я годовщина смерти Спартака Васильевича. Поклонники, друзья и близкие с грустью вспоминают о горячо любимом звезде советского кино. Горюет и единственная дочь Мишулина Карина. Артистка посвятила отцу пост в Инстаграм. Она выложила несколько снимков из семейного альбома. В комментариях Карина призналась, что все еще не смирилась с потерей. 13 лет, а с каждым днем, с каждой минутой все больнее от сознания, что физически тебя нет. Я скучаю. Нет и дня, чтобы я мысленно не общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей, твою улыбку, твой добрый прищур, твой запах. Помню, как это залезть к тебе на коленки даже в 25 лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой. Ты взял меня в роддоме на руки и больше не выпускал из них, отметила дочь звезды. И пусть сейчас многие высмеивают, что мы связаны пуповиной, но я знаю, что до сих пор ее никто не смог разорвать. Да, пап, высмеивают, представляешь? Также артистка высказалась по поводу скандала с предполагаемым единокровным братом Тимуром. А теперь, пап, в безжалостной передаче ради прославления некого парня тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебе такое, что страшно. И маме, и мне. Но надо их пожалеть. Они не ведают, что творят. Они совсем не знали ни тебя, ни нашу семью. Карина добавила, что в современном мире больше нет дружбы, так как она продается, искренность считается чем-то ужасным, а стремление защищать человека, отстаивать его честь и достоинство, понимается как нечто позорное. Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил, что, возможно, является внебрачным сыном знаменитого артиста. Была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила его слова. Однако Карина Мишулина не верит предполагаемому родственнику и результатам исследования. А вы что думаете? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!